Ну что ж, ситуация просто меня каждый день вынуждает, какую-то игру приходится монтировать. То дела какие-то, то вылетает, то залетает, то что-то я путаю. И приходится монтировать. Из-за монтажа видео выходит позже, чем я планирую. И, соответственно, с Fallout 4 тоже случилась такая же хер. Я даже не знаю, там та серия, которую я записал до этого, она осталась ли. Поэтому, если что, всем снова привет. Потому что не уверен, что та серия сохранилась. Ну, она сохранилась, в смысле, будет она работать корректно или нет. В общем, короче, я взял задание, связанное с институтом. Мы сейчас идем к человеку, который извлечет информацию из остатков мозга Келлога, или как его там, короче, типа, которого я валил где-то там сколько-то серий назад. Вот. И, собственно, игра просто вот просто зависла. И все. Просто я шел, она зависла. Такие приколы просто вообще мне не нравятся. Самое печальное, что, блин, Windows 10, когда я открываю этот гребаный сраный диспетчер задач, он не открывает поверх окна игры, представляете? Он просто не хочет его открывать поверх игры. И я не могу никак закрыть данное приложение, игру. И приходится перезапускать комп. В общем, классно, классно. Обожаю это все дело. Так, ну ладно. Ой, ладно, там мальчики стоят, но не будем им мешать, пусть все стоят. У меня другая пьеса сейчас. Поэтому вот такие дела. Поэтому сильно затягивать за сегодняшнюю серию я не буду. Так как... Как мне попасть внутрь? Так как мне предстоит ее еще потом монтировать, это где-то часа, ну, если минут 20-30, то, ну, где-то от 20 до 25, то это где-то часа полтора. А если больше, то это кобздец будет. Это будет просто кобздец. Это там минут 40, это все, это часа 2,5, 3, ну и, блин. И получается самое, что прикольное, к компьютеру особо не подойдешь за это время. Вот поэтому я как бы не хочу сильно затягивать данную серию. Тем более, скорее всего, она у нас будет поэтапно. Воу. Ну-ка, разберись-ка с ними, я не хочу патрон тратить. Красава. Вот поэтому я этого напарника себе ставил на данный момент. Это ада. Он мне, кстати, вообще доставляет. Иди отсюда. Чё? Так, значит, где-то вход с другой стороны. Сейчас я быстренько вход найду, тогда и мы продолжим. Я что-то, короче, не знаю, куда я пошел, блин. Там внизу я вокруг этого здания, ну, не обошел, конечно. Ну, нашел какой-то подвал, лифт, и вот сейчас я где-то вот оказался в какой-то херне, если честно. По-моему, я куда-то не туда приперся. Где-то здесь должна быть... Ох ты, блин. Где-то здесь должна быть это место, куда мне нужно. А, вот дверь, все, нашел. Отлично. Блин, вот я догадаюсь. Там внизу, в общем, мы походу ада воюют с этими... Да-да-да, смотри. Смотри, красотка просто вообще завалила этого говнюка на раз-два. Я, в общем, просто ей даже не помогал. Вообще. Я ей самое главное, знаете, чем помог? Тем, что я согрел этого козла на себя. А это самое главное. Что я сделал. Ох уж... Эти помощники. Ну, пока она, кроме пса, она на это. Вторая, кто мне понравилась. Вот, пес, потому что я, в принципе, собак люблю. Вот, поэтому, как бы, симпатичен мне как помощник. А она, как бы, польза от нее хорошая. Больше, чем от этого Валентайна, блин. Не знаю. Конечно, скорее всего, их тоже можно как-то, может, прокачивать, одевать, обмундировать. Только ты сейчас игра, сука, если скажешь, что опять зависла, я расстроюсь. В общем, сижу я такой, кстати, если звук включить. Сижу я такой уже здесь минут 10. Уже сходил, налил себе кофейку. Сходил, вылил предыдущий кофеек. Ну, вы поняли, да, о чем я. А игра все не запускается. Короче, я сегодня не буду записывать Fallout 4, так что если, друзья, ну, те, кто смотрит, немногочисленные, будет Fallout завтра, мы продолжим. Я данную серию выложу, чтобы, ну, не знаю, чтобы... Понятно было, почему сегодня серии не будет для немногочисленных зрителей данной игры. Вот. Потому что, ну это капец, я чуть теперь, каждая будет загрузка, я так буду каждый раз вот это вот... Ни хрена себе, я там потом буду вот это сидеть склеивать, блин. Это, конечно, вообще нифига, знаете, не алё вообще. Так что сегодня я Fallout снимать не буду, потому что, ну, меня это просто, честно говоря, бесит. Я надеюсь, что завтра такой проблемы не будет. Если будет проблема, то значит что-то в игре. Вот, поэтому, потому что времени у меня не так много, мне нужно еще снимать еще игры, плюс еще одна игра, которую собираюсь, плюс еще обзор у меня на досуге. Короче, дел хватает, поэтому тратить время вот так вот, перезапуская компьютер, блин, перезагружая, снова заходя, я
всякое не хочу, поэтому, если что, уж не обижайтесь, завтра я сниму серию, и я думаю, будет нормальная, полноценная, вот, скорее всего, может быть, даже я ее сюда прикреплю, хотя вряд ли, нет, скорее всего, нет, да. Так что, извините, друзья, всем спасибо, кто смотрел, до скорой встречи.